смотришь мне в глаза, сколько можно лгать. Проще самому сказать. Помнишь, я говорил, что никому нельзя доверять. Никому не доверять. На всякий случай. Я тебе не верю. Пистолет не заберу. Ты пророчил слезы, я тебе не верю. Подписывайте, чего вы стоите? Дорин, я вами очень доволен. А интуиции своей вам нужно доверять. Так вот мы вполне себе заряжены. И все, можно обсуждать по телефону. Делать надо, да? Я ничего не понимаю.